Приветствую вас снова. Мы продолжаем учиться танцевать самбу. И сегодня мы выучим два новых движения. Первое движение, которое мы сегодня с вами выучим, называется виск. Я надеюсь, вы готовы. С правой ноги делаем шаг в сторону. Раз. Переступаем. И два. А вот, собственно, и виск. Левая нога должна оказаться точно за правой. И коленочки вместе. То же самое мы делаем в левую сторону. Три. Переступаем. И четыре. Раз. И два. Три. И четыре. Раз. И два. Три. И четыре. Друзья мои, прежде чем мы станцуем виск под музыку, я хотел бы сказать несколько слов о позиции, в которой мы это будем делать. Первое. Классическая. Та-та-та-там, чтобы вам было видно. Левая рука партнера, правая рука партнерши. И очень элегантно с этой стороны. Вторая. Когда мы держимся за руки на одном уровне. Руки на одном уровне и не меняются. То есть мы каждый и партнер, и партнерша держим ручки, и дальше движения будут только внизу. Третье, мы можем вообще не держаться, находиться друг напротив друга, и у нас тоже будет контакт. Но сейчас мы с вами станцуем в классической позиции, и мы это сразу сделаем под музыку. И раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прекрасно. Я надеюсь, что вы готовы выучить с нами следующее движение. Движение называется самбо-ход. Смотрите. Переносим вес на правую ногу, делаем подставку. Раз. Левую в ногу выносим как можно дальше назад, но вес остается впереди. И два. И то же самое повторяем с левой ноги. Раз. И два. Раз. И два. Я вас очень прошу, как можно проще. Два. И переступаем. И два. Я хочу, чтобы вы почувствовали прежде всего принцип движения. Два. Раз. И два. Раз. И два. Я стою к вам в профиль, чтобы вы увидели, что вес у меня все время остается впереди. Раз. И два. Три. И четыре. Ну что, друзья, самбо-ход у вас получился прекрасно. Я думаю, что пора попробовать его станцевать в паре. Раз. И два. Три. И четыре. Пять. И шесть. Семь. И восемь. Давайте же попробуем сделать это под музыку. И раз. И два. Раз. Два. Стараемся также сохранить рамку наверху очень спокойно. Так, так. А внизу у нас самбо. Оп! Я надеюсь, что после сегодняшнего урока миллионы зрителей также полюбят самбу, как любим ее мы с тобой.